Здравствуйте, в эфире «Живая среда». Мы снова в гостях у контактного зоопарка «Лапки». Посмотрите, с кем мы вас сегодня познакомим. Енотовидная собака. Михаил Кабаков расскажет нам, что это такое за зверь. На самом деле это необычный зверек, то есть таких зверьков раньше разводили, специальные были фермы, и, конечно, их держали ради шкур, то есть обманывали народ. То есть в 90-е годы все ходили в таких шубах из енота, на самом деле, конечно, это была енотовидная собака, они живут на Дальнем Востоке, в Китае, то есть это кочующее животное, которое может заходить даже до Иркутской области, до Красноярского края. Почему такое название? Потому что она похожа на енота, то есть окрасом, поэтому чем отличается она от енота, то есть они не умеют бегать, лазят по деревьям, то есть они только бегают по земле, и поэтому вот, и они так и называются, енотовидные. Вот это маска, да? Вот эта маска. Точно такая же, как у енота, единственное, что немножко отличаются ушки. А это именно зрением и, конечно же, носом своим. Лапки у нее похожи, как вот у обыкновенной лисы. Просто у собаки или у лисы, конечно. Это хищник, она не питается, конечно же, там всякими морковками, но у нас она может взять огурец, то есть с удовольствием съесть. Вот. В 90-е годы это все, конечно, фермы развалились, и в природе их очень мало осталось. Угу. Потому что раньше все равно часть выпускалась, потому что правительство требовало. А сейчас ничего не выпускается, и в природе их осталось очень мало. В Китае, конечно, их давным-давно уничтожили, на Дальнем Востоке они еще маленько есть. Ну, в природе в какой местности они живут? В лесу. В лесу. То есть они живут в лесу, где расположен, где много. Ну, то есть они кочующие, как я и сказал. То есть они могут жить и выйти и на поле, и в лес. То есть, где есть еда, в принципе, там же они и будут. Михаил, ну вот я знаю, одна страна, по-моему, Скандинавия, насколько я читала, что вот этих животных посчитали вредными. На самом деле, сейчас Германия считает, что еноты вредные, что в Австралии это кролики вредные тоже, потому что и кенгуру также. То есть, на самом деле, любая страна считает любых. Россия считает, что у нас крысы вредные. На самом деле, это же очень нормально. Ну, вот такую ядовитую собаку дома не заведешь. Это не ни к чему. Вот на самом деле, сейчас очень стильно держать енотовидных собак. То есть, она ходит в лоток, она гуляет на поводке, точно так же, как собака. То есть, и собака, и кошка в одном лице. То есть, получается, можно гулять на улице, как с собакой, и ходит в лоток, как кошка. Ну, она цена тем, что она красиво выглядит, но ее вот так вот... Ее можно так взять, и она точно так же ластится. То есть, к нам приезжают люди, и она подходит к сетке и прямо прижимается, ее можно трогать. Михаил, а вот с енотами она могла бы находиться вместе, или это не очень хорошая соседка? На самом деле я видел в цирке, вот который приезжал в Ангарск, что енотовидная собака живет с енотом, то есть в одном вольере. Они абсолютно разные. Да, то есть у них, конечно, ничего не получается. То есть это отдельный вид, отдельная страна, отдельное это, и у них, конечно, не получится никакого потомства. А, детей. Ну, да. Я имею потомство в виду, что просто вместе. Ну, в жизни и собака с кошкой дружит, что вы прямо. Хорошо, спасибо большое, Михаил, за рассказ. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Ты мой умоленький. Пальчик.